21 марта 2020 года около 15:30 на 192-м километре ФАД М10 «Россия» тверские автоинспекторы остановили автомобиль «Део Нексия». При проверке документов полицейские заметили в салоне транспортного средства россыпь охотничьих патронов. Составив протокол досмотра, при понятых инспекторы досмотрели автомобиль и в багажном отделении за электроинструментом обнаружили гладкоствольное ружье ИЖ-27. У водителя не было разрешения на хранение и перевозку оружия. Автоинспекторы доставили водителя в ОМВД России по Калининскому району. В отношении водителя полицейские в отделе составили несколько административных материалов, в том числе из-за нарушения правил транспортировки оружия. Гладкоствольное ружье и патроны к нему изъяты.